Вот такие вот цепочки со столбами, обозначающие парковочные места, появились около одного из домов на улице Пензенская, что вызвало возмущение некоторых жителей. Парковочные места градили сами себе местные жители, чтобы, вернувшись с работы, наверняка припарковать машину на свое собственное место. Из-за этого недовольны другие соседи, которые теперь не могут поставить свои автомобили. Где-то неделю назад начали люди самовольно заграждать места под постановку своих автомобилей. Никого не спрашиваю, никого, ни с кем не советуюсь. Я живу в этом доме уже 7 лет, никогда такого бардака не было. Если, например, 3 дня назад это были 2 столба, там, вернее, 2 места, сейчас вот уже практически весь ряд вот этот закрыт этими столбами. Если будет зима, если будет непогода или что-то еще, то есть будет снег, здесь просто не проедешь. Проблема с парковкой коснулась не только соседей. Поблизости находится единственное в городе учреждение для установления инвалидности. Подъехать к пандусу и ко входу здесь теперь довольно проблематично. Вечером в понедельник здесь, на улице Красильникова, сгорел автомобиль Hyundai Solaris. По счастливой случайности огонь не перекинулся на близстоящие гаражи. Лишь осколки стекла от иномарки напоминают о вчерашнем пожаре. На борьбу с возгоранием прибыло 14 пожарных и 3 единицы техники. К их приезду автомобиль был уже охвачен огнем. В результате пожара у Соляриса полностью выгорел салон, пострадал моторный отсек и лакокрасочное покрытие. А на сегодня мое дежурство закончено. Всего вам доброго, увидимся.